тема с похудением, с моей точки зрения, в современном социуме, она все-таки слишком коммерциализирована. И она искусственно разогревается, опять же, людьми, которые на этом зарабатывают, опять же, чтобы целую индустрию поддерживать на плаву. Вот. Но если мы, к примеру, говорим про нашу с вами среду, в которой мы живем, в общем-то, для северного человека некие стандарты худобы, которые, опять же, нам навязывают, они как-то естественны. То есть есть, грубо говоря, южный тип фигуры, есть северный тип фигуры, а в социальных стандартах, которые нам предлагаются, которым как бы надо соответствовать, вот, ну, грубо говоря, там, калифорнийский тип или там испанский тип фигуры, да, но это не наша история.